Планируется ввести так называемый социальный пакет оплаты электроэнергии. Стоимость киловатт-часа будет зависеть от времени года и от того, какая плита у потребителя – электрическая или газовая. Каждый киловатт-час сверх нормы вдвое дороже. Для льготников многодетных семей предусмотрены дополнительные послабления. Впрочем, есть и альтернатива – дифференциальной системе, и сейчас ее также рассматривают. Это повышение тарифов на энергию, чтобы к 2015 году добиться полного погашения затрат на ее производство. Сейчас население возмещает лишь пятую часть.